Всем хаюшки, с вами я, Александр, от канала Mbot, и у нас наконец-то видео по игре, опять же, Bleach Immortal. Сегодня прошло обновление, сегодня я включу наконец-то интернет, не знаю, насколько он меня пробудет, может быть только на сегодня, может быть не на сегодня, поэтому будем надеяться, что его будет надолго, много и качественно. Значит, так же, как и в игре, у нас, наверное, качественный контент, а добавили что? Добавили небольшое обновление, добавили небольшой призыв, добавили немножко того, немножко сего. То есть, что, собственно, соответственно, добавили? Добавили вот такую витрину «Ларец души». А здесь, получается, можно испытать наших героев, их я испытывать не буду, потому что герои уже, в принципе, сами были, и это уже повторение уже на активацию ихнего оружия. На усиление вот этих героев, поэтому я не буду. Также я этих героев, в принципе, не буду качать, поэтому здесь мое мнение, кто лучше, все-таки либо Хали Бель, либо Улькиора, соответственно, если вы хотите играть. Берите, конечно же, Улькиору, Улькиора топчик, ну, по поводу Хали Бель, Хали Бель это просто контент, это просто хорошая, классная девчонка на превью. Вот, поэтому смотрите, что вам нужно. Ну, на превью вы можете и двухзвездочную поставить, а все-таки играть, наверное, все-таки можно и нужно, соответственно, уже вот этим вот пацаном. Вот, значит, ну, вы поняли, о ком я. Значит, что у нас? У нас здесь, в принципе, есть бесплатник. Давайте мы сейчас сразу же крутанем, посмотрим, что у нас будет по бесплатному. По бесплатному нам выпадает фрагмент эпухи, 3 либо 4. То есть, на выбор вы можете выбирать пушку либо на того, либо на другого. Вам нужно будет фрагментов 50, и то есть вы тогда соберете пуху. Вот, далее я не буду ничего здесь активировать. Здесь также давайте быстренько по наградам посмотрим. В принципе, здесь ничего должно бы нового не быть. Здесь все то же самое, как и обычно, то есть те же самые герои, те же самые фрагменты, те же самые плюшки. Вот, здесь также можно получить пак героя, да, помним, что мне один раз все-таки выпадал действительно пак героя, и это правда, падают они очень редким шансом дропом, но это бывает. Вот такой вот шанс дроп 0.1, там, я не знаю, 0.1 стоит, ну, по факту, там, наверное, 0.0.0.0.0.1. Но, тем не менее, это было, это работало, это было видео, поэтому я вас не обманываю, ребята видели и могут подтвердить, что это падает. Значит, давайте далее, поехали. Поехали мы следующее, что поехали смотреть, что у нас здесь. Здесь быстро собираем награды, в принципе, здесь не особо обязательно все это было дело крутить, но, тем не менее, мне это хочется открыть, потому что я специально ждал, чтобы вместе с вами это сделать, чтобы был немножко контент. В принципе, Гринжоу 5 фрагментов, это довольно-таки неплохо. Вот, забираем наградки и после чего посмотрим все остальное. Остальное все у нас также, давайте сразу же также, наверное, заберем... Или не будем. Разработку технологий. Давайте мы ее крутанем. Пусть будет, вдруг повезет. А также разработка технологий у меня горит постоянно. Здесь Улькиора, да, можно его. Либо можно поменять. Поменять здесь сейчас пока нету Барагана. То есть нету его и нету еще кое-каких героев. Да, то есть нету того же Зангетсу. Вот, нету того же там Хали Бель нету. То есть вот этих вот персонажей нету здесь. Ну, мы возьмем Берса, сохранить, я сейчас скоплю на него фрагменты, пытаясь его собирать, поэтому улучшать, поэтому берем мы его. Значит, нажимаем десяточку, попробуем, посмотрим. Сейчас, по идее, должны быть фрагменты то ли пушки, я не помню, то ли героя. А героя, получается, фрагменты, следующие, соответственно, фрагменты пушки. 5 фрагментов пушки, 5 фрагментов героя, как я и говорил вам в прошлом видео. То есть это вот собирается здесь вот так вот. Здесь эссенция пробуждения, да, хорошо, что выпало 2, ну а в остальном, в принципе, такое себе. Такое себе лут, с учетом, что этот пак стоит 4500, это довольно-таки много. Много, и здесь как бы вот это вот жемчуг души, который бесполезный, я говорил в прошлом видео, действительно это так. Вот, значит, что у нас? У нас далее. У нас далее получается... Здесь арена, это нам интересно, владыки 5, всякое такое прочее. Нам интересно следующее, нам интересно центр событий. Центр событий, что у нас здесь? Здесь у нас, в принципе, это старые события, которые уже скоро закончатся, да, остаются 2 дня на Новый год, вот эти вот. Также здесь понятно, что у нас вот здесь вот это тоже стабильное, стандартное. Ну и, соответственно, по трате и возврату токенов. То есть, все то же самое, тратите токены, возвращаются вам токены. То есть...
Вот так вот это работает. Чем больше тратите, тем больше всякого доп-лута и тому подобное. Ну и минус, соответственно, токены. Потому что возвращают вам все-таки меньшее количество токенов, нежели чем вы тратите. То есть, ну это логично, да? То есть, хорошо, что вообще есть хоть какой-то возврат. В многих играх таких возвратов нету, поэтому грех жаловаться. Здесь, соответственно, давайте попробуем подарки за тонусовые покупки тонуса, да, то есть здесь мы уже, я сделал покупочки, поэтому нам сдали возврат. Действует это в 2 дня, поэтому можете, блин, покупать, но на самом деле это дорого довольно-таки, получается удовольствие, вот, покупаться на максимум. Здесь, значит, золотиться, да, тоже, в принципе, есть награды, и тоже, да, можно здесь тратиться, то есть... Как бы дело ваше, нужно вам это, значит покупайте. Здесь награды небольшие, так же как и здесь награды небольшие, поэтому особо-таки запариваться, я думаю, на этих ивентах не стоит. Тем более, что они стандартные и все время. Здесь входы, как обычно, работают, здесь приветственные подарки, главные данжи, всякое такое прочее. Вот. Здесь, значит, что у нас забираем? Вот это, забираем то, забираем все. И давайте, наверное, сегодня еще сделаем такое. Потому что контент довольно-таки маленький получается, а видео мы ждали долго. Да и я, на самом деле, все время хотел, чтобы это было на видео, то есть на стриме, не на видео все-таки. А в итоге получается так, что я и дождался, что глава-то 23 открылась, я ее уже давно могу уже пройти, и я до сих пор ее не прохожу. Поэтому, если кому-то интересно, глава номер 23. Глава номер 23, давайте быстренько посмотрим, что у нас здесь, насколько сложно проходится эта глава. Предыдущие главы все были довольно-таки изичные. Сейчас мы это дело взглянем. Мы посмотрим на мою тиму, также вы пишите свои комментарии, какая у вас тима, насколько она эффективна, неэффективна. А также все пожелания по поводу прохождения, там, я не знаю, игры или еще чего-то. Вот, пишите, да, то есть, если вы хотите, чтобы я помог вам что-то пройти, либо составить команду, то есть, это пишите мне. Ну и вообще, в принципе, пишите, что, да, как, что, почем. На самом деле, почему-то очень темно, ребятки, я немножко сейчас света добавлю, потому что меня действительно очень не видно, а это плохо. Поэтому вот сейчас будет вот так, наверное, будет лучше, и я не буду пропадать в тени, потому что, ну, я реально, по-моему, пропадал в тени. Здесь у нас получается один босс, нет, кстати, 3 волны, ну давайте, хорошо, походим, расчистим вот, значит, вот это, потому что вот эта лампа меня, она просто потом что-то плохое, наверное, сделает, и я не хочу, на самом деле, терять жизни, то есть на первой волне, это как бы такое себе занятие. Значит, что у нас, немножко я неправильно бью, то есть я бью рандомно, как они стояли, вот по факту это делать не надо, надо делать... по-другому. На самом деле мне это не помогло, то есть вот эта лампа, она меня все-таки дубасит. Ничего страшного, давайте тогда дальше просто прожмем скиллухи, вот таким вот образом нормал, но окей. И сейчас мы, соответственно, ее добиваем. Добиваем, то есть мы даже не использовали скилл Берса, здесь обычные бойцы, которые, я думаю, не вижу вообще смысла их бить вот таким вот образом с ульты, потому что они реально очень слабенькие. То есть достаточно попинать их обычным мечом, да, и они, в принципе, шикаями, они распадаются. Вот. Ну или просто побить мечом. Здесь что у нас? Здесь у нас Аронирио встречает нас, и здесь как раз можно ультануть, потому что, ну, во-первых, мы можем ультануть как? Да, мы, наверное, сделаем. Во-первых, мы ультанем Нелькой, поднимем атаку всем, то есть, и расчистим, в принципе, все. У нас стоит один Аронирио, который не знает, что теперь с нами делать, потому что мы сейчас будем вешивать люлей, и очень сильных люлей, он, в принципе, нам ничего не должен сделать. Ходит Берсерк, да, то есть, здесь еще далее... Соответственно, любые там герои, в принципе, можно уже хоть как теперь ходить, потому что, ну, здесь уже победа, видно, явно наша. То есть, хотя, в принципе, им бы лучше можно было ходить в конце. В конце, либо перед концом, скажем так, перед Зангетсу. Потому что Зангетсу, он в любом случае срежет ульту, ну, а здесь он бы дропнул бы ярость. Вот и все. Вот и все, в принципе. Здесь что у нас по ульте, то есть по скиллам. По скиллам есть, да, и вот она, в принципе, победа. Легко, легко. Действительно легко, нам только атаковала лампа, и, в принципе, больше никто не атаковал нас. Вот, поэтому это легко прошло. Испытание. Так, руки я. В чем дело, голубое небо, все такое прочее. Хорошо, голубого неба я не особо-таки вижу. Но, хотя, да, там была арка, где они действительно было голубое небо и всякое такое прочее.
Здесь у нас что у нас? Также Аронирион против нас. Ну, а пока вот у нас Шнур выпадает. Если кто не знает, это, ну, брат кое-кого из героев. Здесь я не буду, наверное, вообще ничего делать, потому что от деда особо-таки сейчас толку немного будет. К тому же, скиллов очень нету. Это плохо, действительно, когда нет скиллов. Это, ребятки, очень плохо. Деда мы оставим на потом, и потому что нам, думаю, хватит силушки. Силушки победить у нас оглушение получается на Бьяка, и также атака на Бьяка идет. Это плохо. На самом деле мы никем ничего не накопили, плюс у нас еще обездвиженный Бьяк. Это плохо. Мы можем, в принципе, не успеть надропать ульту. Хотя нет, ульту мы надропаем, а люлей ему не додропаем. Ну хорошо, зато нет ульты у него, и сейчас мы его просто добиваем. Добиваем этого Шнура. Таким вот образом. Шнур отправляется спать, а мы, соответственно, отправляемся, да, дальше к Аронирию, к самому боссу, да, действительно. Если у вас не прокачанные персонажи, то, возможно, вы таки все-таки какие-то испытаете трудности, я хотел сказать. Вот, здесь что у нас получается? Здесь у нас все так же самое. Нел. Ну, у меня такая команда, у вас, возможно, какая-то другая будет. Оглушение на Аронирию, да, вообще красавица сделала. Все топово, все контентно. Здесь давайте быстренько мы сейчас бьем. В принципе, он уже оглушен, и можно его также бить, без разницы кем. Потому что, ну, он пропускает ход в любом случае. А мы, соответственно, сейчас всю ульту в него всадим. Ну и потом просто-напросто добьем с меча, и все, и, в принципе, закончится для Аронирию. То есть он, в принципе... Кроме звездочки ничего и не увидел по факту. А вот так вот. Да, отлично, отлично, да. Аронирио спать, ну а мы, соответственно, дальше отправляемся. Нет, рановато я сказал. Рановато я сказал, действительно. Нормал, 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 нормал. А надо, чтобы было отлично. Значит, 3 звездочки, все отлично, все хорошо. Продолжаем мы идти далее. У нас арочка с Аронирио. По идее, мы должны его здесь победить. А вот. Ну, как и, в принципе, везде, мы должны всех вообще победить, мы же как бьемся. У нас опять две волны, Аронирио здесь обычные монстры, которые, в принципе, не должны ультовать, да и, соответственно, они очень слабые, которые рассыпаются с обычного меча, поэтому, ну, или не совсем обычного, кому как виднее, кому как интереснее, удобнее. У нас Нель не накопил вообще ульту, это на самом деле очень плохо, поэтому... Пробуем ультовать дедом, просто расчистим вот этих пацанов. Вот, чтобы они не мешались. Ну и, соответственно, остальное мы сейчас все закинем в Аронирию. В Аронирию начинаем с берса. Ну и заканчиваем тоже, соответственно, постараемся берсом. Потому что на нем есть ульта, а это очень плохо. Вот, ну если, допустим, Зангетсу по каких-то из причин не срабатывает, то можно попробовать сбить ульту. Ярость уже... Ну, в принципе, работает. Но в любом случае последний, потому что есть вероятность, он сейчас накопит обратно ульту, и это будет плохо. У него вернется к нему ярость, и действительно он накапливает ярость, это очень плохо. То есть, если сейчас Берс сбросит ее, то будет класс. Нет, Берс не сбрасывает, Аронирио живой, у него капелючка жизни совсем маленькая. Вот, ну и мы, соответственно, чуть-чуть отхватили. Отхватили совсем немного, потому что боец довольно-таки Аронирио вот этот слабый, тем более, что этот герой ССР ранга, насколько я помню. Йорный персонаж он не был, и как бы он такой себе попал. Ну и, соответственно, он отхватывает. Ну, это же эспада 10, ребятки. Что можно ожидать от эспады 10? Вот, победа наша. У нас на превью, там, я не знаю, в переходе Ямамото появился, вот, и здесь у нас уже разговоры, Улькиора Гин, мы, это скипаем, идем дальше, бить Аронирию. Что же можно еще здесь сделать? 25 тысяч раз бить Аронирию, отлично, мне нравится контент, который сегодня происходит здесь. Я буду, короче, бить, кстати, ребята, вот эти пацаны, они немножечко посильнее были, то есть, я не знаю, первого мы очень долго били. Здесь вторая волна, три пацана таких теперь, окей, поехали. Этим нас не запугаешь. Это мы пройдем. Все, отлично. Отлично, отлично. Единственное, что надо было Нел ходить, потому что она единственная, кто не накопил ульту, а она должна была накопить ульту. Вот, это небольшая моя оплошность, то что я начинал здесь ходить, а не начинал ходить с Нел, чтобы она накопила ульту.
Ладно, как-нибудь проживем, как-нибудь мы это дело сделаем. Здесь что у нас получается? Здесь у нас Сагимамото, здесь у нас... Давайте начнем первый ряд, соответственно, с Берсерка, потому что, ну, по-другому у нас никак объем вот этого пса. Ну, либо как-то он по-другому называется, я не помню, пес. Вот, бьем. Будем надеяться, что мы его сильно побьем, но что-то как-то пока не получается. Так, ладно, все, поехали, дед. Потом поехали сразу вот так. И потом туда же, наверное, сразу же вот так. Ну, по-другому никак. Кстати, дед красавчик, вы еще Аронирию. Аронирию стоит, а котопес получает минус ульта. Отлично. А, нет, минус ульта, но он сейчас ее надропает, скорее всего. Ладно, посмотрим. Посмотрим, на самом деле, получится, не получится вынести его. Так, бьем. Отлично, да, минус котопес. И немножко ранили, тоже раненый. Теперь у нас заходит Нео. Ну, как бы ульты ни у кого больше нету. Но Нео давай сделай хорошо, красиво. Да, Нео критует. Опять у него оглушение даже до сих пор висит. И то есть он вообще, в принципе, обездвижен, ничего не может сделать. То есть вот так вот у нас он простоял. То от деда отхватил, то от Нео отхватил оглушение. И, в принципе, ничего не смог нам противостоять, ничего не мог сделать. Теперь он, в принципе, должен сделать Аронилию все-таки высвобождение, потому что... Ну, потому что он должен его был сделать, то есть в анимации он это делает и должен показать всю свою красоту, да, которую мы наблюдали. Вот, все-таки Каен не Каен получился, а в итоге это Аронирию, который из Эспады 10. Так, что у нас? У нас до сих пор Аронирию. Хорошо, 5 пацанов, то есть 4 пацана. Неважно, поехали. 4 их или сколько-то ультовать они не могут, поэтому не бесполезные. Бесполезные пацаны эти, и, в принципе, все закончилось у них. А здесь у нас, кстати, очень хорошо у нас сейчас практически ульта на Нео накопилась, но чуть-чуть не хватило, ребятки. Рейнджер тоже стоит без ульты, вот, ну окей. Переживем как-то это. Здесь получается, что здесь мы давайте, наверное, начнем все-таки вот так, с Берса. То есть у нас Берс, потом Михимамото, потом, соответственно... Кстати, мы можем сейчас походить Нео, потому что сейчас походит Бьяка, а он 150 добавляет ярости, и это как раз, мне кажется, добавит то, что он будет хватать для Нео. Да, Нео восполняет, соответственно, свою ярость, и теперь мы спокойно можем его ультануть. Ультануть, все, отлично, теперь минус срезаем ярость с него, но опять же-таки он ее сейчас восстановит за счет того, что мы будем бить. У нас есть Берс, который, в принципе, может попробовать ее срезать, я не знаю. Ну, давайте попробуем, посмотрим. Так, норму, промахнулись чуть-чуть. Промахнулись. Ну, давай, Берс. Критани, отлично. Он просто критом его просто вынес. Он вынес критом его. Ему, в принципе, ничего не нужно было сделать, только критануть, чтобы добить, и никаких срезаний, ничего не надо. Здесь давай покончим, говорит он, и открывается на 89-м. Найс, красотульки. Красотульки начали разбивать, получается, локации на несколько уровней. Вот, ранее вроде такого не было, сейчас все типа 89-й, да, и говорит, иди отсюда. К сожалению, как-то вот так вот. У меня там также горят награды, давайте быстренько зайдем в локацию, посмотрим по награде. А что у нас здесь есть? Немножко подвисло и не хочет на самом деле ничего делаться. Так, что у нас? Что у нас? Все, на 3 звездочки пройдено. А, у нас дается один сундучок. Один сундучок и, в принципе, все. Вот на самом деле, вот такой вот быть Аронирию должен был, но он почему-то в этой главе, хотя нарисовано, что здесь он высвободился, он почему-то не высвободился. Ну, не знаю почему, но как-то так вот, как-то так, ребятки. Вот, здесь мы дальше уже не можем пройти, к сожалению, арочку мы вот эту всю полностью не смогли пройти, ну, потому что, как бы, вот так вот. Также там есть элитный данж, который я не буду проходить, в принципе, он всегда стабильный, всегда такой, какой он есть, поэтому сложный где-то местами, где-то, возможно, не сложный. Вот, ну, и я, наверное, на сегодня закончу видео, в скором времени мы с вами еще, ребята, встретимся, вы не переживайте, я вас никуда не бросил, я от вас никуда не сбежал, я вот он перед вами, хоть я...
Уехал далеко в Казань, до сих пор, если кто-то еще не знает, я испытываю трудности с интернетом из-за того, что я приехал в Казань. И на самом деле я в ужасе, что происходит. Все более детально, все более подробно забегаем на стрим. И там я расскажу, что о своих происшествиях, о своих приключениях, что происходит, что планируется. Ну и, соответственно, вы сможете мне напрямую позадавать вопросы. На земле, ребятушки, это все. Вам хорошего настроения. Всем удачи. Увидимся скоро. Всем пока-пока.